Вы все видели это видео. У нас есть кисточка из этого видео. И при первом тестировании она не сработала. Но я прочитала все ваши комментарии, записала все полезные советы из ваших сообщений и теперь сделаю так, как вы говорите. Кстати, подпишись на меня, ведь я очень полезная. Первое, я действительно накосипурила с этой кисточкой, не посмотрев инструкцию, то, что средство нужно набирать только на кончик, а не на всю поверхность кисточки. Зачем ее делать такой большой, если работает только кончик? Ладно. Второй, самый частый по популярности комментарий, это заменить кисточку. Но это та самая кисточка. Поэтому будем работать с ней. Третий, намочить ее. Окей. Дальше вы сказали взять средство более жидкое, более пигментированное и более темное. Более жидкого, пигментированного и темного, чем черная помада для губ у меня нету. Буду использовать ее. Теперь набираю кончиком. Вот какие-то такие штришки получаются. Нарисовать такими бровь можно, но накосипурить гораздо легче. Люблю тебя.